Клейсерия менингитидис является возбудителем менингита. Клейсерия гонореи является возбудителем гонореи. Как запомнить биохимические свойства этих бактерий и их разницу? Менингит, буква М, означает бактерия ферментирует мальтозу. Г означает ферментирует глюкозу. Гонорея же ферментирует только глюкозу. Тем самым мы наблюдаем различия в биохимической активности. И, кстати, по форме они напоминают кофейные зерна.